Сейчас я просто покажу вам качалку Agility, ну, то есть то место, где работает фитнес в Montfort Academy. Вот смотрите, как. Вот сначала это кардио по порядку. Станки. Это тяги. Дальше вариации. Опять же, станки. Free weights. Упражнения для скорости. Шоу. Это для американского футбола и для сакер. И вот здесь я сейчас покажу тензо-платформу. Есть такая. Вот сейчас я покажу тензо-платформу. Это такая вот. Ну, наверное, понимаете, о чем я говорю. То есть здесь замеряется и любая мышечная группа, и скорость, и взрыв, и время реакции. То есть здесь можно делать много чего. Надо просто уметь. Вам надо дома в Каунасе такую поставить. Будете. Кирилл, в Каунасе дома такую поставить будете. А вот я сейчас показываю просто, как стирается униформа. Окей? Вот. На все команды, машины загружает менеджер. Это школа. Дороги. Хочу показать дороги. Follow Highway 91 towards Clermont for 6.8 miles. Это мы подъезжаем к океану. Это называется Indian River. Это еще не океан, а такой небольшой заливчик. Типа Biscayne Bay в Майами. Здесь вот люди живут. Вот мы на океане. Вот такие волны. Сейчас надо будет босиком по песку. Это сложно. Слишком горячо. Вот это волны, это океан. Наши задумчивости. Поскольку в Орландо наступила настоящая зима и резко похолодало до плюс 36 Цельсия, вот такие бассейны public, они закрыты для публики, потому что очень холодно. То есть
зимой купаться здесь нельзя, к сожалению. То есть вот бассейн при спортивном зале закрыт по причине зимы, то есть резких холодов. Плюс 36, вода плюс 27. На этом на сегодня все. Следите за нашими новостями ВКонтакте, в Фейсбуке, на нашем веб-сайте bk.ru. Подписывайтесь на наш канал. И наши новые фильмы выйдут в течение этой недели. Мы расскажем больше и больше о наших сборах, о наших игроках. Всего вам лучшего!